500 рублей за стаж – фейк. В социальных сетях активно распространяют новость о прибавке к пенсии в размере 490 рублей. По неправомерной информации, деньги полагаются за непрерывный стаж в 20 лет женщинам и 25 мужчинам. Пенсионный фонд России предупреждает – информация ложная. А гражданину при обращении за назначением пенсии первичным учитываются сразу все его пенсионные права. Это и стаж, и пенсионные накопления, и взносы, которые за него плачиваются. Абсолютно все. И в дальнейшем каких-либо специальных доплат уже не предусмотрено. Специалисты рекомендуют пенсионерам уточнять и перепроверять информацию подобного рода в клиентских службах ПФР. Кроме того, задать вопрос можно в официальных группах организации на Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере, Инстаграме.